института в Тюменском государственном университете. 10. Сколько выступлений прошло на этой сцене за 3 концертных дня? 9. Именно столько моделей было у финансового экономического. 8. Кто на реквизитах в программе ФТИ плюс Генхим? Неделя. Средний срок подготовки к дебюту. 6. Членов жюри. 5. Утро. Время окончания ночных репетиций в субцентре. 4. Месяца осталось на подготовку к студвесне. 3. Просмотрены дня фестиваля дебют первокурсника. 2. Литра слез прольют кураторы после оглашения результатов дебюта. 1. Университет, 1. Семья. Это холодное лето сменяет чуть менее холодная осень. Центр вновь оживает, когда плюшевый дракон раскрывает свои крылья, на горизонте появляется он. Там, где неистовая игра актера сражает тебя наповал. Ты будешь наказан. Там, где ради гениальной повязки, ты готов на все. Сегодня мы прощаемся с поистине хорошим человеком. А что с ним случилось? Говорят, он отмечал юбилей тюрьму, и его прямо на праздник обладали пирами. А разве это возможно? Конечно, возможно! Ведь это был юбилей возможностей Тюменского государственного университета. Там, где ради победы, ты готов замахнуться на мировые шедевры. От создателя ночных репетиций пропущен бар и материальная помощь. 85-е поколение первокурсника представляет дебют Что-то делаем.
Здравствуйте, Жерсти. Что у вас тут произошло? У нас тут такое дело, главный символ где-то первокурсника пропал. Пропал, вот так. Только что был, а сейчас нет. Прям как договор Уфы. Ну, вы надеетесь, сейчас у нас как-то, знаете, поудачнее. В этот раз сможете все и найдем все-таки на нашу дорогу. Ну, вы не волнуйтесь, не волнуйтесь. Проходите в свои гримерки, попейте водички, а я тут все организую. То есть на вас можно положить. Конечно, естественно. Ну, так, хорошо, давайте вот полчаса, через полчаса мы будем принимать. Все, будет готово. Пошли, жена. Ребята, уходим. Наверное, кто же это мог быть? Может быть, это был он? Нет, не он. Так. Наверное, это был он. Нет, не он. Так, значит, это был он. Шотландцы!
Вот вам.